Маленькие звезды на одной сцене с профессионалами. В столице Чувашии прошел республиканский фестиваль музыки «Молодые таланты», уже 6-й по счету. Как изменился фестиваль в этом году, смотрите далее. Маленькая Таисия Чижова не новичок на сцене, юная скрипачка-победитель музыкальных конкурсов разного уровня. Вот уже 5 лет Тася практически не выпускает скрипку из рук, но ее заветной мечтой было выступить вместе с симфоническим оркестром. На фестивале мечта сбылась. Но главное смотреть там на дирижера. Дирижер все покажет. Скрипка – инструмент для души, очень красивый. Он поет, я пою. Она вообще очень красивый инструмент. Я считаю, что этот фестиваль повышает культуру. Это помогает развиваться детям. Дети впервые могут сыграть на скрипке, услышать другие инструменты. Я считаю, что гости, которые придут на этот фестиваль, получат огромное удовольствие. 5 лет в фестивале «Молодые таланты» принимали участие начинающие музыканты столицы Чувашии. В этом году он вырос до республиканского уровня. Фестиваль действительно очень интересный, я вот так выразилась. Почему он интересен? Потому что, когда ребенок занимается в классе под рояль, он, безусловно, развивается. Но у ребенка, может быть, нет того драйва, да, который необходим артисту, настоящему артисту. Так вот, цель нашего фестиваля – дать почувствовать маленьким нашим детишкам, артистам, дать почувствовать, что они настоящие артисты с большой буквы, поскольку они стоят на большой сцене и играют с большим симфоническим оркестром. Произведения Баха, Чайковского, Вивальди звучали со сцены театра юного зрителя. И, конечно, не обошлось без казусов. Мария Лапшина только начала исполнять концерт для скрипки с оркестром ля минор Иоганна Себастьяна Баха, как у нее порвалась струна. Заслуженный артист Чувашии Петр Маркитанов отдал свою скрипку Маше. И под аплодисменты зрителей она продолжила. Теперь в планах расширить географию фестиваля. Возможно, уже в следующем году к нам в республику подтянутся юные таланты из соседних регионов. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.